поздравить нашего руководителя любимого с концертом и с наступающим Новым годом. Пожелать ей, поблагодарить ее за талант, за энергию, за всю ту радость, которую она нам дарит. И пожелать ей терпения, здоровья, бодрости духа и оставаться такой же прекрасной, полной радости, чувства юмора и дальнейших творческих реализаций. Все время переживаем какие-нибудь времена. Мы все время ожидаем, мы потом все время приспосабливаемся к новому, мы все время тревожимся, будет ли то новое, что с нами происходит, таким же прекрасным, как было до этого. Обязательно будет. Вот все, что происходит, вот я верю безоговорочно в то, что вот все будет таким же, не таким же, все будет по-новому прекрасным и абсолютно волшебным. Вот, например, у нас новый гитарист Сергей. У нас, да, всегда как это фланирует мимо нас иногда папусы, академусы. Вот, пожалуйста, совершенно прекрасные. Вы сейчас услышите, он нас так вдохновляет. Ну, просто сейчас слов нету. Это правда. Да. И теперь для создания праздничного настроения, для продолжения создания праздничного настроения, мы поем песню «Приходи ко мне, Глафира». Oh.
нашей песни «Эверест». Это песня группы «Наутилус» на берегу очень дикой реки. Казалось бы, ничего особенного. Казалось бы, все приятно и мило. Но когда мы переходили от вот репертуара, к которому мы привыкли, такого тихого и милого, от таких детских песен про маму и детей, вдруг мы прям с собой столкнулись в этот момент. От чего-то пришлось прямо отказаться, где-то какие-то была внутренняя борьба. И вот эта песня, ну, она... С ней конкретно проблем-то никаких не было, но она как символ того, что мы можем больше, может быть, хотим больше. И то, что мы многого не хотим, это очень важно. Ре минор, Сережа. Исполнить песню «Бубенчики», она же «Джингл Беллс». Все ее, да, слышали даже сегодня, но с таким текстом, я думаю, никогда. Текст очень сильно прекрасный. Потерял покой. Динь-динь-дон, динь-динь-дон, шапку на.
Которые бесконечно нас радуют, бесконечно дарят свое творчество, сердца. И, конечно, в этом созвездии самая первая путеводная София. Если мы вспомним, то в переводе это означает мудрая. Мудрости хватает. Вот. Но это солнечное сегодня не подходит. Мы скажем, что это легкое, воздушное, чудесное снежинка. Легкости, гармонии, притягивание новых творческих сил и связи не терять со старыми. И вспомним Пушкина, Соня, одной любви музыка уступает. Любви. Спасибо большое. Дорогие друзья, это еще не Новый год, это еще не последняя неделя, не последний час декабря. Еще у меня дочь спрашивает, ну, каждый день, сколько осталось до Нового года? Я мучительно считаю, вчера я сказала, осталось 2 недели. Это очень много времени. Мы можем столько успеть всякого сделать. Мы как творческие единицы, и мы как люди, которым ну, не все равно, и которым, как там Катя сказала, хочется, желаю вам развиваться, не переставая каждый день и час, каждую минуту развиваться. Все равно это неизбежно, все меняется вокруг, давайте меняться вместе со всем, что меняется. С наступающим Новым годом вас, спасибо, друзья!